Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про траву для кошек. Большинство кошек любят траву. В зоомагазинах даже продают специально выращенную траву для мяукающих любимцев. Почему же кошки так любят траву? Какими растениями можно кормить своего мяукающего питомца? И как вырастить их самостоятельно? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про траву для кошек. Первый популярный вопрос, почему кошки едят траву. Домашним любимцам не хватает витаминов и минералов, которыми богата трава. Кроме этого, мяукающие издавна используют зелень для очищения желудка. Раньше кошки питались исключительно дикими птицами, мелкими грызунами и даже насекомыми. И трава помогала им вывести из желудка ненужные перья, шерсть или хитин. Какую же траву предпочитают мяукающие? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Животные сами выбирают свое любимое растение. У каждой кошки свои предпочтения. Однако есть несколько полезных трав, которые могут понравиться большинству домашних питомцев. К ним относятся пшеница, овес, ячмень и солодка. Лучше посадить сразу несколько видов растений, чтобы любимец мог выбрать себе траву по душе. Чтобы восполнить необходимость кошки в траве, можно вырастить растение для питомца дома. Для этого вам понадобится горшок, земля и пакетик с семенами травы. Лучше всего покупать семена в магазинах, где продают специальные смеси. Однако можно обойтись и семенами, купленными на рынке. Вырастить траву несложно. Распределите семена по грунту, полейте, присыпьте землей и еще раз полейте. Сходы не заставят себя ждать, как и горячая благодарность от кошки. Если же вы не хотите самостоятельно выращивать траву для кошки дома, вы можете приобрести ее в зоомагазине. Стоит учесть, что далеко не все растения полезны кошкам, некоторые из них могут быть даже вредны. Например, популярный молочай, монстера и олеандр смертельно опасны для домашних питомцев. Съев хотя бы часть этих растений, кошки могут получить серьезное отравление. Поэтому, если вы выращиваете что-то из перечисленного, уберите растения в недоступное для питомца место. Таковы ответы на самые популярные вопросы о траве для кошек. Помните, трава необходима мяукающим для поддержания крепкого здоровья. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!